Ну, во-первых, всем здравствуйте. Меня зовут Олеся Орлова. Я из города Кирово-Чепецка, Кировской области. Это не так далеко от Яранска, 250 километров. Вот я приехала. Езжу сюда уже 7-й раз на этот пленэр. Что мне здесь привлекает меня здесь? Съезжаются разные художники со всей России, даже приезжают из-за границы к нам сюда. Мы здесь общаемся, обмениваемся опытом. Все очень интересно. Чему-то можно научиться новому. Здесь уже появилось много друзей. Также вот и ровесники есть. Тоже как бы они с разных городов. Интересно вообще, чем люди живут у себя там, в другой области. Ну, что еще сказать. У себя в городе я работаю преподавателем. Тоже обучаю детей живописи, рисунку, истории изобразительного искусства. В общем, ну вот все предметы, которые как раз таки нужны для того, чтобы стать художником. Ну, вот в этом направлении реализовать себя, что ли, вот так вот. Конечно, самый главный у нас организатор — это Юрий Иванович Матюшов. Ему огромное спасибо за его большое доброе сердце, что он нас всех так принимает с широкой душой, очень гостеприимно на своей земле, так сказать, да. И как человек, и как художник он очень замечательный. Без него, естественно, тут бы ничего не состоялось, я так думаю. Он как-то вот умеет привлечь народ, людей. Раз приезжают из разных городов, из таких вот вообще разных мест, из далеких мест. Приезжают к нам сюда академики из Москвы. Это как бы немаловажно для нас, для художников, чтобы их мнение послушать о своей живописи, о своем творчестве.